Дорогие мои, всем привет, всем хорошего времени суток. Сегодня у нас на календаре 14 февраля, День Святого Валентина. Но я хочу сказать, неважно, отмечаете ли вы этот праздник, или вы его категорически не принимаете, или вы к нему равнодушны, в общем, неважно. По крайней мере, я сегодняшний день беру как маленький повод и еще разочек вам признаться в своей любви. Вам, моим зрителям, моим подписчикам, моей большой, дружной семье, которую я очень люблю, которую меня, не только меня, но и Миланечка, которые нас поддерживают, мотивируют, вы нас заряжаете энергией, я хочу вместе с Миланечком вам признаться в любви. Сказать огромное спасибо, что вы с нами. Вас все больше и больше. Спасибо тем новым подписчикам, которые к нам присоединились недавно. Спасибо тем, кто с нами с самого начала. Мы вас всех обожаем. Вы у нас разбросаны по всему свету, по многим городам. Это потрясающе. И я очень ценю, что вы с нами. Я очень ценю, что вы у меня дружные, разумные, любящие, мотивирующие нас. В общем, я могу бесконечно признаваться сегодня вам в любви. Я сейчас нахожусь на работе. У нас сейчас снимаю 8:30, 8:30 утра. Миланчик, я его увижу аж вечер сегодня. Поэтому в этом видео, собственно, только я. Передаю от его имени вам тоже огромный привет и огромное-огромное спасибо и большое-большое-большое сердечко ко всем вам. И пусть сегодняшний день и не только будет наполнен только хорошими вещами. Главное, друзья мои, не обращайте внимания на какие-то негативные вещи, потому что, друзья мои, жизнь, собственно, или точнее, опять немножко философии, собственно, то, как мы сами будем смотреть на многие вещи, собственно, потом будет влиять на то, как это все будет, да, эмоциональную окраску. То есть, если что-то случилось, скажем, ну ладно, ну что, ну это же жизнь, да, едем дальше, завтра будет день, не буду напрягаться раньше времени, думать, фантазировать, а что будет, если будет, просто будет день, будет пища, будем решать проблему, когда она придет. Поэтому вот именно это вам хочу пожелать, наслаждайтесь и живите сегодня и сейчас, цените то, что мы с вами проснулись, то, что мы дышим, то, что мы ходим, то, что мы можем себе позволить, то, что мы себе можем позволить. Цените каждый момент, каждый вдох и все, что нам Бог и наша судьба нам дала, потому что это замечательно. И, как я говорю, не гневите Бога и не жалуйтесь. Есть реально люди, которым плохо и которые просто находятся реально в очень тяжелых ситуациях, поэтому наши с вами какие-то мелкие проблемы – это реально не проблемы. Мы с вами, есть нам где жить, есть нам что кушать, есть нам кому поплакаться в плечо, да, то есть есть рядом человек, который нас любит, и, по крайней мере, мы с вами все вместе, да, которые тоже взаимно себя поддерживаем друг друга. Вы нас очень поддерживаете, я надеюсь, мы тоже вас взаимно дополняем, наполняем энергией, позитивом. Поэтому, друзья мои, давайте, чтобы у нас все было хорошо, год начинается, и как вы его, собственно, смотивируете, как вы себя настроите, так он и пройдет. Поэтому давайте будем позитивны, все будет хорошо, наслаждаемся сегодня, живем, скоро весна. В общем, просто самые позитивные вещи нас ждут не только в этом году, но и вообще в этой жизни. Люблю очень сильно, обнимаю, с позволения целую всех своих подписчиков. Летит огромный привет. И до новых встреч в новых влогах, видео, стримах. В общем, вы сами знаете. Все, убегаю работать. Па-па-па.